Друзьям всем привет и гостям моего канала тоже. Сегодня я хотела с вами поговорить, как я буду черенковать свои комнатные гортензии в июле месяце. Дело в том, что я черенковала вот эти череночки в апреле месяце. И у меня их разобрали просто-напросто, и люди начали заказывать, а у меня их просто нет. И вот я сегодня хотела снять ролик и показать, как я снимаю череночки. Вот я сняла череночки вот такие вот с этой гортензии, с домашней гортензии. Череночки берутся молодые, не древовидные, то есть, а именно молоденькие череночки. Вот посмотрите, какие они. Они молоденькие. Вот. Вот здесь вот даже я чуть-чуть брала, немножко как с материнской коры. Вот посмотрите, видите, друзья мои, чуть-чуть прямо материнской коры. Вот такой вот будет хороший череночек. Вот, сейчас мы будем с вами проводить, я сейчас буду обрезать вот эти листочки. Посмотрите, какие череночки. Конечно, надо было чуть-чуть пораньше, но я не думала, что у меня разберут и люди начнут заказывать еще. Вот это вот все лишнее я уберу снизу. Вот так вот я это все уберу. Здесь вот так вот я обрежу, друзья мои. Вот что у нас получилось. Вот видите, вот такие вот череночки. Сейчас мы это все быстренько вот так с вами проделаем. Сегодня показывала ролик, как я обрезаю свои петунии для дальнейшего укоренения и, ну, для дальнейшего, как говорится, посадочного материала на будущий год, чтобы нам потом взять посадочный материал. И пошел дождь. Ну, вот как-то вот неудачно так получилось, конечно. Я все так быстро-быстро все это рассказала, конечно, уже стоя под дождем. Вот так вот обрезайте листики лишние. Вот это вот все убираем мы с вами. Вот. Очень люблю гортензии. У меня их много, всякие разные домашние, такие. Как-то вот я нынче не подумала, что будут заказывать. Разобрали у меня все эти череночки. Сегодня последние придут, заберут. Вот так. Вот, посмотрите, что у нас получилось. Видите? Вот так вот мы все это все привели вот так в порядочек. Теперь что нам сделали? Я вот приготовила стаканчики, дренажное отверстие я уже вот здесь обрезала. Просто вот так берете, обрезаете дренажное отверстие. Приготовила почву, это у нас торф, торф с перлитом. Обязательно укоренять только в торф, либо в перлит, либо в торф укореняйте свои череночки, ну я имею в виду гортензии. Никакая там это огородная земля, вот это вот нам не подходит, ни универсальная, ничего, иначе череночки начнут гнить. Вот, перемешали торф с перлитом, я вот укореняю торф с перлитом, мне очень нравится укоренение, 100% идет. Вот, насыпали вот так вот все, придавили, сейчас я вам все покажу. Вот так вот стаканчики, они у меня уже обрезанные, все сделанные. Чтобы водичка не скапливалась в стаканчиках, чтобы потом корешкам можно было дышать, ничего не гнило. Водичка, чтобы стекала. Решила на улице снять этот ролик. Погода все-таки лето, тепло, как-то дома париться не хочется. Дома я показывала в апреле, как я укореняю череночки, а это вот у нас будет в июле. Укоренение наших череночков. Вот так вот. Вот так я придавила все. Теперь я что сейчас сделаю? Вот. Поставлю вот так вот все. Сюда вот. Немножко я сейчас пролью, чтобы это все пропиталось у нас.
люблю вот такую музыку, друзья мои. Просто я заряжаюсь, как говорится, энергией от такой музыки. Музыка там природы, музыка дождя. Вот такой вот я люблю очень. Вот, теперь что мы с вами сделаем? Еще раз надо до конца, чтобы у нас стаканчики до конца прямо пропитались, и чтобы прямо потекло с них немножко. Потому что потом мы не будем поливать. Все. Пошло вроде бы. Так, я пользуюсь укоренителем. Это вот такой вот порошочек, называется укоренить. Насыпала вот сюда вот в крышечку. Что я теперь сейчас буду делать, сейчас покажу. Так. Думаю, что же я не сделала? Не сделала я что? Я не взяла палочку. Ладно, проделаем ножницами. Вот так я сделала, ребята, друзья мои, дырочки вот так вот, чтобы нам потом сюда череночек втыкать. Так, берете вот так вот, чуть-чуть промочили водичкой череночек. Вот так вот слегка укоренитель, обмакнули в укоренитель, и вот так вот вы сажаете и придавливаете. И я вам хочу сказать, что уже через месяц я вам сниму специально ролик и покажу, что все мои череночки, которые мы с вами проделывали, они укоренятся 100%. Вот так вот посадили его, придавили. Следующий череночек. Не могу я оставить своих друзей без череночков. Люди хотят такую красоту иметь. Вот так вот. Придавили. Здесь немножко еще листики надо убрать. Вот такой вот череночек. Придавили. Вот, что у нас получилось, видите, да? Что я делаю дальше? Сейчас я водичку, друзья, солью. Специально подложила, чтобы на стол не текло. Так, остальные я проделаю дальше череночки. Просто я вам хочу показать. Есть у меня вот такие вот контейнера. Есть и большие контейнера, есть и маленькие, всякие разные. Вот сюда вот я их сейчас составляю. Вот так я их составляю. Закрываю крышечкой потом. И дома у меня есть специальные стеллажики, которые я... Они у меня освещены, то есть светодиодными лампами. И я ставлю туда вот под светодиодные лампы. И где-то через месяц, даже я думаю, через месяц они уже, даже раньше, наверное, недели через три, они у меня укореняются прекрасно. Я пошли, пойдут воздушные корни, я их подсыпаю чуть-чуть потом также торфом. И все. И через месяц уже, месяц и неделя, где-то они уже прекрасно начинают уже давать прирост. Вот. Как я ухаживаю за своими комнатными гортензиями, как я ухаживаю за своими уличными гортензиями, как я их подкармливаю, как я борюсь с хлорозом, да? То есть у меня есть ролики, кому интересно, можете заходить, смотреть и подписываться на мой канал. В общем, кому было интересно, как я укореняю свои череночки, в общем, подписывайтесь на мой канал, не забывайте ставить лайки, нажимать на колокольчик для последующих оповещаний, чтобы вам приходили оповещения, да, с моими новыми роликами, не пропустите. Вот, хочу пожелать вам всем хорошего настроения, теплого лета, вот такие вот цветы, чтобы вас радовали, посмотрите, какая красота. Вот это комнатные, вот тут у меня была большая-большая шапка, вот я ее срезала, посмотрите, какое было наполнение. Какой цвет был, ну вот сейчас набирает следующий он у меня, видите, тут еще новенький бутончик пошел. Очень люблю гортензии, просто вот
А какая вот это была гортензия, как она цвела, я вам показывала ролики, как я брала с нее череночки. И, то есть вот, и у меня люди начали заказывать. В общем, друзья, всем пока-пока и до новых встреч. Пока-пока.